У нас сегодня будет два модератора. Я Анна Монахова и Илона Стадник. Она будет у нас удаленным модератором. Пожалуйста, подключите ее. Так, Илона, всем добрый день. Надеюсь, меня видно и слышно. Да. Всех приветствую из внезапно солнечного Петербурга. Внезапно у нас наконец-то весна, спустя четвертый месяц. Действительно, сегодня у нас будет два модератора, немножко такая странная конфигурация, но я немножко завидую тем, кто сегодня сидит на площадке. Очень хотелось бы быть среди вас на сцене, но, к сожалению или к счастью, конфигурация у нас сегодня такая. Я буду немножко помогать модерировать некую структуру нашей беседы сегодняшней, а Аня будет как раз-таки общаться с гостями на площадке. Мы будем делать секцию немного в неформальном ключе, поэтому никаких там сложных, страшных, напыщенных слов приносить не будем. Итак, мы движемся на самом деле к завершению нашего форума, двухдневного российского форума по управлению интернетом. И уже третий год подряд у нас становится такой доброй традицией последнюю секцию форума посвящать вопросам молодежи. Нынешняя секция заявлена как «Цифровая трансформация. Голос молодежи». Казалось бы, да, в чем связь? Но связь на самом деле здесь очень прямая, поскольку никакие изменения, связанные с распространением цифровой трансформации в нашем обществе, в экономике и других сферах, они не происходят без молодежи, без ее прямого участия. Но здесь есть проблемка, да, одна маленькая, небольшая, которую очень часто забывают. Молодежь необходимо информировать о всяких процессах, связанных и с интернетом, и с управлением интернетом, и с цифровой трансформацией, с безопасностью, еще с кучей-кучей всяких других вопросов. И именно проблему информирования молодежи мы как раз пытаемся решать разными усилиями с разных сторон и в координационном центре, и в офисе молодежного цифрового омбудсмена, и во многих-многих других форматах. Сегодня у нас полтора часа с вами, и мы поступим следующим образом. Сначала мы расскажем, какие вообще мероприятия происходят для молодежи как в России, так и за рубежом. У нас есть как раз гости из Македонии, будет интересно послушать их опыт. Поговорим о том, какие вообще есть проекты, открытые для участия молодежи, и как раз те ребята, которые там так или иначе принимают участие, поделятся своим опытом. Поговорим про постоянно действующие структуры, собственно, и про молодежный совет КЦ, и про офис цифрового омбудсмена молодежного. И подойдем, собственно, к кульминации нашей секции. Это результаты спецкурса. Про спецкурс еще скажу отдельно, пока не буду занимать эфирное время. Поэтому возвращаю. Не возвращаю микрофон. Еще две секунды времени. Первое, о чем хотели бы мы поговорить, это, собственно, грядущий молодежный форум по управлению интернетом российский, который наступит уже вот в мае, 12 числа. И здесь я попрошу Алима Хапова, как раз как представителя команды организаторов, как раз-таки поделиться, что интересненького приготовили организаторы для молодежи в этом году. Алим, пожалуйста. Так, да. Большое спасибо. Я очень рад присутствовать очень на площадке РИКФА. В 20 веке европейские философы говорили, что язык – это дом бытия. А сегодня, наверное, интернет – это дом языка. Ну, в нашем случае интернет – это дом нашего молодежного сообщества. А ЮФРИКФ – это тогда семейная встреча некая, ежегодная. В этом году проходит третий молодежный форум по управлению интернетом. Первый молодежный форум мы провели в 2021 году. Собственно, мы – это Центр глобальной IT-кооперации. Это уже ежегодное фирменное мероприятие нашего центра. Первый форум мы проводили совместно с нашими учредителями и дорогими друзьями координационным центром доменов. Так, я не знаю, что с этим нужно делать, но... Да, слайды, все прекрасно. Да. Собственно, чем является молодежный форум по управлению интернетом? Думаю, по названию, по логотипу вы уже можете понять, что он связан с большим РИКФом. Все верно, потому что ЮФРИКФ – это национальная, региональная молодежная инициатива того же глобального крупного форума по управлению интернетом под эгидой ООН, только российская. Это прежде всего диалог между нашими российскими молодыми людьми и представителями государства, IT-сообщества, бизнеса. Площадка для креативной, талантливой, прогрессивной молодежи, которая интересуется вопросами ИКТ и будущим интернета. В этом году форум проводится, собственно,
Так, проводится 12 мая в городе Москва, на улице Покровка, 47, в таком интересном пространстве, цифровое деловое пространство. Программа состоит из 4 сессий, как нам кажется, сессии, которые отражают наиболее актуальные и релевантные вопросы для молодежи в данный момент. Это создать нельзя, скачать национальный контент, это будет сессия, посвященная контенту, позитивному контенту в Рунете, сессия, посвященная вопросам того, как бороться с пиратством или не бороться в наших реалиях. Как научить российского пользователя уважать труд и авторские права отечественных разработчиков. Также сессия «Омут Даркнета», как защититься от темных сил всемирной паутины. Сессия, посвященная деструктивному влиянию темных сторон, темных проявлений интернета. Сессия, которая поможет молодым людям разобраться, как отличить деструктивный контент от позитивного, как бороться с этим самым деструктивным контентом и проявлениями Даркнета. Также сессия «How deep is your fake?» Технологии обмана в сети. Думаю, на форуме уже много говорили про технологии искусственного интеллекта, про нейросети, чат-GPT, фейки. Собственно, это становится все большей угрозой не только личной безопасности, персональным данным, но даже национальной безопасности. И игнорировать такой вопрос, как технологии обмана в сети, просто невозможно. Это тоже довольно-таки интересная тема, которую мы будем обсуждать. Ну и последняя, на данный момент, кстати, одна из самых популярных по количеству регистраций сессий, это IT-волонтеры и инфобез, цифровые инновации на пользу общества. Сессия, которая будет посвящена прежде всего молодежи и ее роли в IT. Как молодые люди могут развивать IT, на что они способны, как они могут помогать техническому, профессиональному IT-сообществу, в том числе, как они могут помогать в вопросах инфобеза. Собственно, про инфобез, я думаю, попозже наш дорогой друг Дмитрий Гуляев тоже расскажет немного. Зарегистрироваться на форум можно, просканировать QR-код, ну или проследовав на сайт YouFreak. На сайте, кстати, очень много полезной информации. Помимо форума, также в этом году у нас будет награда молодежного цифрового омбудсмена, про которую тоже Дмитрий расскажет попозже, цифровизация во благо. Также партнерами форума будет являться Альянс по защите детей в цифровой среде, который тоже проводит свою премию, которая будет проходить в рамках форума. И мы рекомендуем ознакомиться с информацией, принимать участие. Принимать участие в премии могут родители, учителя, дети, молодые люди, в общем, все. Кстати, вот вопрос, наверное, кто уже из участников на данный момент зарегистрировался на форум? Потому что лица все знакомые, мы как-то одно все комьюнити. Вот, нехорошо, надо зарегистрироваться. Будем вас всех ждать. Но я думаю, в принципе, это все. Если будут какие-то вопросы во время сессии или после, я открыт для вопросов, пожалуйста, поговорим. Алим, спасибо большое. Надеюсь, мы все встретимся 12 мая. Да, да, все верно. 12 мая в Москве, цифровое деловое пространство. Да, отлично, спасибо большое. Мы продолжаем дальше. И с нами координатор IGF Северной Македонии и представитель Youth Coalition on Internet Governments Марко Полоски. Он с нами будет онлайн. Так как мы стараемся следить за таймингом сессии, мы не будем перечислять все огромное количество инициатив, программ, в которых участвует Марко. И я лишь отмечу, что он участвовал в организации форума по управлению интернетом в Северной Македонии и Юго-Восточной Европе. Марко, надеюсь, вы с нами, и мы сейчас в зале вас увидим. Расскажите, как устроен IGF в Северной Македонии, в чем его особенности и где там место для молодежи. Коллеги, которые нас сопровождают, Марко, давайте мы сейчас пойдем чуть-чуть дальше, чтобы не задерживать, и потом вернемся. И почему Андрей сказал, мы пойдем дальше? Потому что следующее слово я хотела бы предоставить Андрею Олейникову, специалист по связям с общественностью КЦ, председатель молодежного совета КЦ. Андрей, я хотела бы узнать у тебя о классном проекте, который находится у нас в России. Это российская летняя школа по управлению интернетом. Расскажи, как это проходит, в чем его особенность и что слушатели по итогу получают. Всем привет. Итак, можно мне кликер, пожалуйста? Спасибо. Сейчас я вам расскажу про летнюю школу по управлению интернетом. Наша российская летняя школа является частью глобального движения Schools on Internet Governance. То есть такие школы проводятся не только в России, но и в разных странах. Мы в России тоже не отстаем и делаем школу, причем мы собирали отзывы участников и других школ. Многие говорят, что наша школа очень хорошая, как минимум.
просто не хочется себя слишком нахваливать, наверное. В общем, я сейчас скажу, для чего, для кого. В общем, Координационный центр совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом проводит летнюю школу по управлению интернетом при поддержке IP Club. Школа проводится для студентов, аспирантов, молодых исследователей и молодых преподавателей. В этом году летняя школа пройдет с 1 августа по 1 ноября. То есть в конце лета мы начинаем. Здесь вы видите статистику по участию в прошлой летней школе, которую мы провели в прошлом году. В прошлом году к участию в нашей школе подали, изъявили желание там участвовать 152 человека из 7 разных стран. Причем основную массу составляют, конечно, студенты и аспиранты, потому что все-таки на них направленная школа. Но также присутствовали молодые специалисты, преподаватели. Возраст участников также вы можете видеть на слайде за моей спиной. В основном это молодые люди от 16 до 27 лет. В прошлом году мы собрали статистику по полу участников. Получилось, что девушек у нас участвовало больше, чем молодых людей. Тоже вы видите на слайде. Подают заявки разные люди с разными интересами. То есть это не только студенты, которые интересуются вопросами управления интернетом, но совершенно из разных сфер. От международных отношений до... Даже девушка-востоковед была, по-моему, в прошлом году у нас. Вот. Заходите на наш сайт, участвуйте, регистрируйтесь. В августе всех ждем, кому это интересно. Мы рассказываем там о процессах управления интернетом, о том, как это происходит в России, как это происходит на международном уровне. Погружаем вас в контекст интернет-governance, погружаем вас в тему, объясняем все непонятные термины, потому что иногда можно прийти на какую-нибудь секцию на форуме и слушать про фрагментацию интернета, про балканизацию интернета, и просто иногда сидишь и думаешь, что же это такое? Совершенно непонятно. Вот в нашей летней школе мы даем основную базу, отвечая на все эти вопросы. Спасибо. Андрей, у меня вопрос. Есть ли какой-то отбор в летнюю школу или просто достаточно подать заявку? И по итогу слушатели получают сертификат о прохождении летней школы или что-то другое? Да, отбор есть. Мы собираем все заявки. После этого студенты при подаче заявки пишут, почему они хотят принять участие в летней школе, для чего это им нужно, выполняют задания. И мы проходят в итоге не все, потому что этот курс сделан отдельным курсом в СПБГУ, и по окончанию летней школы участники получают, выпускники получают сертификаты о повышении квалификации. То есть это официальная государственная программа, поэтому мы не можем все 152 желающих человека туда принять. Пока что, во всяком случае. Так что да, можно просто подать заявку, ответить на вопросы формы, и все, и ждать, выберут вас, или нужно попробовать в следующий раз. И последний вопрос у меня. Заявка направлена на выявление каких-то базовых знаний об управлении интернетом, или это общие сведения, я не знаю, какие угодно? Да, но в основном мы смотрим в заявках, почему человек интересуется этой темой, для чего ему это нужно. То есть просто смотрим, насколько он заинтересован в теме управления интернетом, мы уже исходя из этого выбираем. Андрей, большое спасибо. И Андрей сказал, что не хочет сильно хвалить летнюю школу. Узнаем ли похвалит ее человек, который был участником летней школы. С нами Артемий Третьяков. Артемий – выпускник летней школы. Артемий, тебе слово. Как это было? Какой это опыт?
Спасибо большое за слово. Действительно, я здесь, наверное, единственный, кто не представляет какую-то организацию, связанную с международной информационной безопасностью или управлением интернетом. Я просто, скажем так, студент со стороны, который, ну, может дать объективный, честный взгляд на некоторые представленные здесь проекты. Но на самом деле, несмотря на то, что я бесплатно выступаю, я буду искренне совершенно хвалить ребят, потому что для ребят-международников, особенно, ну, вообще любых людей с гуманитарным образованием, очень трудно вкатиться в вопросы вот, управления интернетом, информационной безопасности, потому что там большое количество технического словаря какого-то. Очень сложно иногда найти экспертные знания в интернете, просто там погуглив нужную информацию. И я искал для себя какие-то программы дополнительного образования, потому что мне резко понадобилось сменить и научную специализацию, и по работе там разобраться в этой теме. И я нашел огромное количество программ дополнительного образования, в том числе платных, от разных известных брендов, которые, честно сказать, представляли просто переработку Википедии и совершенно неудобоваримый материал. И на самом деле для меня вот после долгих поисков изучения рынка было два проекта, такие настоящие жемчужины в песке. Это вот летняя школа управления интернетом и школа международной информационной безопасности. Ну, я вкратце расскажу про опыт своего обучения, действительно подтверждая слова Андрея. Нет никакой особой сложности, не обладая техническими навыками, устроиться в школу. А дальше все зависит только от тебя. Спикеры, которые у нас менялись каждое практически занятие, реально это ну, настоящие эксперты, то есть люди, которые работают в ICAN, в международных организациях, в Касперском, в ведущих вендорах кибербезопасности. Они были очень открыты, с ним можно было пообщаться. Я потом писал многим на почту, задавал вопросы, даже спорил, мне достаточно дружелюбно отвечали. Самое, что важное в школе управления интернетом, то, что это не просто набор вебинаров, которых можно много увидеть в интернете. Это полноценное обучение, потому что, например, мы с ребятами делали свои проекты, мы конкурировали даже каким-то образом. В конце мы, например, делали майндкарту по разным аспектам фрагментации интернета, и когда мы эту карту сделали, то для меня реально стало понятно, что это такое процесс фрагментации, а это на самом деле совсем не просто, потому что ну, про него написано серьезные труды, и до сих пор люди не могут дать даже четкое определение. И естественно, что после школы управления интернетом ты оказываешься частью вот этого дружного комьюнити, оказывается, все друг с другом знакомы, все общаются, и с спикерами, с которыми ты виделся только по Zoom, можно легко подойти, познакомиться, обсудить какие-то темы, которые тебе непонятны. Поэтому я на самом деле всем, кто здесь интересуется темой управления интернетом, и на совсем новичковом уровне и на экспертном, потому что там для экспертов тоже есть интересная информация. Рекомендую поучаствовать в этом проекте. Он замечательный. А если вы уже закончили школу эту и получили сертификаты, то есть другой проект, который вот у нас ведет РИВИК. Это школа международной информационной безопасности, где вы можете продолжить свое знакомство с всеми этими процессами и даже в каком-то роде стать самому экспертом. Спасибо. Артемий, спасибо большое. Да, как Артемий упомянул, он является также участником школы МИП. И про школу МИП расскажет его руководитель РИВИК Мартиросян. РИВИК – это школа международной информационной безопасности при Дипакадемии МИД. И в целом IGF – это широкая тема. Безусловно, нас всех интересует информационная безопасность сейчас. Что школа может предложить в этом контексте? Спасибо за предоставленное слово. Я бы хотела, прежде чем начать говорить про школу, сказать, что мой этот следующий комментарий также не проплачен. Я выпускник многих школ по управлению интернетом. Я участвовала в EGF программ. Это программа образовательная по управлению интернетом, которая проводит форум ООН по управлению интернетом. Азиатская школа по управлению интернетом, NetMission. Ну и, конечно же, выпускник российской школы по управлению интернетом. И с уверенностью могу сказать, что с тем опытом, который у меня есть, на мой взгляд, наша российская школа намного сильнее, чем иностранные, и мне кажется, у наших иностранных коллег есть чему у нас поучиться, особенно с точки зрения интересных дискуссий и тем.
Ну, а теперь вернемся к Школе международной информационной безопасности. Это молодежный научно-аналитический и образовательный проект, который создан на базе Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России. Данный проект направлен на вовлечение молодого поколения в повестку международной информационной безопасности. И для того, чтобы создать второй трек молодежной дипломатии по вопросам международной информационной безопасности. И что касается наших основных век, то в апреле 2021 года проект только начал существовать. Он достаточно молодой, нам уже 2 года. И в апреле 2022 года у нас было заключено официальное соглашение с Департаментом международной информационной безопасности МИД России. Они являются нашим основным партнером. Со следующего месяца у нас будут проходить ежемесячные лекции от работников министерства, которые будут просвещать молодежь по наиболее актуальным вопросам данной проблематики. И хотелось бы также поделиться тем, что с июля прошлого года мы являемся официальным участником переговорного процесса ООН в рамках рабочей группы открытого состава по ИКТ. Это та самая площадка, где сейчас предпринимаются попытки разработать общеобязательные нормы международного права, которые будут регулировать ИКТ-среду. Ну и что касается наших планов, здесь хотелось бы отметить, что одним из наших основных партнеров, конечно же, является Координационный центр доменов .ru.рф и Молодежный совет. И вместе с Молодежным советом у нас уже месяц действует проект, который называется «Рабочая группа». Ее тематика – это защита детей в интернете. И вместе с нашими другими коллегами из таких проектов, как «Молодежный цифровой омбудсмен», «Майндсерф» и «Академии инновационного образования и развития», мы уже заслушали несколько лекций от экспертов, и итогом нашей деятельности станет подготовка доклада, который в дальнейшем будет презентован в стенах Дипломатической академии и опубликован также на сайте Дипакадемии. Ну и, конечно же, хотелось бы вас пригласить на наши будущие мероприятия. Они носят более научный характер, направлены на то, чтобы молодые эксперты, которые уже прошли летнюю школу по управлению интернетом, это не реклама, это логическая связь, те, кто уже прошел летнюю школу управления интернетом, задаются вопросом, что же делать дальше. В основном все продолжают этот путь в рамках школы международной информационной безопасности и молодежного совета, и можно будет присоединиться к двум нашим интересным научным проектам. 20 апреля у нас состоится круглый стол по теме искусственного интеллекта, будут вести ведущие российские эксперты, которые участвуют в крупных международных проектах. Это Дарья Юрьевна Базаркина, это Евгений Николаевич Пашинцев, а также Вадим Борисович Козюлин. Ну и 16 мая у нас состоится первая международная молодежная конференция по информационной безопасности. Мы всех вас ждем и спасибо за предоставленное слово. Ревик, большое спасибо. И, как сказала Ревик, во-первых, сейчас мы попробуем вернуться назад. Здесь есть контакты, если кому-то интересно, и кто захочется подключиться. Так что увидимся на проектах школы. И также с нами сегодня еще один член школы международной информационной безопасности, Дарья Степовая. Дарья – член исполнительной дирекции школы, отвечает за научную и международную работу. И помимо этого, Дарья в прошлом году была амбассадором NetMission. Дарья, расскажи, что это за инициатива, на что она направлена и какие в целом проекты, в которых ты участвовала, там, запомнились тебе за прошлый год. Да. Всем здравствуйте, спасибо за предоставленное слово. Ну, я так же, как, наверное, все, тоже закончила летнюю школу по управлению интернетом, вот, который как раз начал свой путь в интернет-гавернс вообще. Сначала давайте расскажем про международные сотрудничества и проекты, в котором участвуем. У нас много, конечно, проектов внутри страны, но мы также и стараемся продвигать российскую позицию, в принципе, на международной арене. В IGF уже прошлый год. В 2022 мы организовали сессию на мировом IGF Адис-Абебе, которая как раз была посвящена обсуждению молодежных инициатив. Мы там представили как раз опыт школы МИП и молодежного совета по вовлечению молодежи, в принципе, в международную информационную безопасность и в целом интернет-гавернанс как таковой.
Вот. У нас была очень такая плодотворная дискуссия с теми, кто пришли на нашу сессию. Вот, мы даже обсудили с ними и возможное будущее сотрудничество и расширили свои контакты. В целом, вот на слайде вы видите QR-код, по которому можно, в принципе, пройти на сайт IGF и увидеть описание нашей сессии и в целом, что мы достигли ей. Да? Вот. Дальше, если мы также принимали участие. Сейчас, ну ладно, пока. Вот. На международном форуме Гориси, в Гориси, который приходил в Армению, где мы принимали участие в секции по международной информационной безопасности и также обсуждали международное сотрудничество как между Россией и Арменией, так и в целом общее состояние информационной безопасности и ее проблемы, и, соответственно, будущее. Так, можно, наверное, уже переключать. Да, вот. Как уже сказал модератор, да. Я являюсь амбассадором NetMission 2021-2022 года. Хотела бы на ней остановиться поподробнее немножко, потому что у нас эта тема особо не освещается. У нас как-то все в основном про европейские инициативы рассказывают, а вот про азиатские инициативы очень мало достаточно. И в целом как-то российский сегмент там не представлен, хотя в целом, казалось бы, почему? Они очень, кстати, хотят сотрудничать. NetMission тоже является школой по управлению интернетом. Вот, которая длится 2.5 или 3 месяца. Но если вот сравнивать российскую школу по управлению интернетом, то разница там колоссальная. NetMission, он, в принципе, они акцентируются на том, чтобы прошлые выпускники, которые уже закончили успешно и были там в топе участников по активности, по работе, им дается возможность организовывать и продумать как раз следующую школу. То есть они уже включаются в оргкомитет. Помимо этого, если ты становишься NetMission амбассадором, то ты также можешь принять участие в организации молодежного IGF, который проходит в АТР, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот, у них в основном пользуется популярностью как раз общий молодежный форум по управлению интернетом, а не вот отдельный, который в странах проводится. И помимо этого они также организовывают школу, которая проходит под эгидой ICANN, она называется PIGA. И вот я знаю, что Илона, по крайней мере, в прошлом году принимала в ней участие. Ее также организовывают выпускники Академии NetMission. Соответственно, если вы заинтересовались, то вот можете пройти по QR-коду и посмотреть дальше любую информацию. В принципе... Это так в общих чертах. Я уложилась в тайминг? Вообще прекрасно, Дарья, да. Спасибо большое. Действительно, мне кажется, что азиатское направление тоже интересно, тем более сейчас, когда у нас есть какие-то ограничения, связанные с западными направлениями, элементарными перелетами, они везде долгие и дорогие теперь. Почему бы не попробовать что-то в сторону Азии посмотреть и различные мероприятия, которые проводятся там. Дарья, спасибо большое. Мы пойдем дальше. И два спикера, которые уже рассказывали, Алим и Андрей, они являются участниками молодежной группы Generation Connect стран СНГ в Международном союзе электросвязи. Это специализированное учреждение ООН. И мой первый вопрос к Алиму. Алим, расскажи, пожалуйста, подробнее об этой инициативе Generation Connect, на что она направлена и чем занимается. Да, собственно, наверное, вот слайд можно показать, да, один из наших. Начну я, наверное, с того, что, в принципе, скажу о том, что Центр глобальной IT-кооперации является членом сектора развития Международного союза электросвязи. Мы активно работаем с организацией, входим в рабочие группы и участвуем в их мероприятиях. В частности, вот, например, в прошлом году делегация Центра участвовала в саммите Generation Connect в Кигали, Руанде. Встречались там с нашими друзьями по ЕАЭС и по СНГ, обсуждали различные вопросы. А вот если мы говорим про молодежную группу стран Содружества независимых государств, Generation Connect, CIS, то создана она прежде всего для молодых людей, молодыми людьми, штаб-квартира в Москве, для работы по вопросам развития ЭКТ, устойчивости развития ЭКТ, на содействие преодолению цифрового разрыва на территории стран развития ЭКТ. Ну и функционирует она в рамках вот этой глобальной инициативы МСЭ Generation Connect, которая нацелена на в целом развитие и увеличение участия молодежи в процессах цифровой
цифровизации, в процессах управления цифровым развитием, в том числе управления интернетом. Я считаю, что это очень важная инициатива на самом деле. В рамках молодежной группы у нас идет кооперация с нашими представителями дружественных стран по СНГ и ЕАЭС. Мы планируем очень много проектов. Например, вот буквально полгода назад проходила модель МСЭ в Санкт-Петербурге, одно из таких интересных мероприятий, которое в том числе было соорганизовано региональной дирекцией МСЭ. Я думаю, что мы планируем в будущем проведение еще множества интересных проектов. Я, собственно, призываю участников этой панели к кооперации в рамках молодежной группы МСЭ. Давайте думать, давайте делать что-то вместе и привлекать наших друзей, партнеров по СНГ к этому взаимодействию тоже. Алим, спасибо. Я думаю, что мы организуемся. И следующий мой вопрос к Андрею. Андрей в этом году был участником конференции ICANN, которая проводится в рамках Fellowship Program. Андрей, расскажи про свой опыт, что запомнилось из этой поездки и как это было. Да, спасибо. Там, скорее, чуть наоборот, Fellowship Program проводится в рамках конференции. А что такое Fellowship, кратко скажу. Это программа, которая позволяет участникам из разных регионов, из разных стран принимать участие в непосредственной работе интернет-сообщества в рамках конференции ICANN. У ICANN есть две программы, в которых каждый может принять участие. Первая направлена непосредственно на молодежь и называется Next Gen. Там возраст участников ограничен молодежью, от 18 до 30 лет. В то время как программа Fellowship не ограничена по возрасту, единственное, там есть нижнее ограничение, вам нужно быть не младше 21 года. И все, собственно. Для того, чтобы принять участие, вам нужно подать заявку, где тоже подробно описать, кто вы, откуда, чем занимаетесь, как уже принимаете работу в деятельности, как уже участвуете в деятельности интернет-сообщества ICANN, чем вы занимаетесь и что вам эта поездка, это участие в программе даст. Это программа стипендий, то есть поездка на конференцию, если это возможно, потому что в прошлой конференции во время пандемии COVID все проводилось онлайн, соответственно, Fellowship и Next Gen программы тоже проводились онлайн. Если же вы едете куда-то офлайн, то ICANN оплачивает перелет, проживание и платит вам стипендию, потому что вы считаетесь стипендиатом этой программы. То есть с точки зрения финансов участие получается для вас незатратным, и корпорация ICANN, как принимающая страна, берет эти расходы на себя. Соответственно, чем мне запомнился мой опыт, это было совсем недавно, 11-16 марта в Канкуне, в Мексике, и я до сих пор очень вдохновлен этой поездкой, потому что там какая-то совершенно чудесная атмосфера царит на площадке. Во-первых, очень много интересных спикеров, очень много интересных секций, на которые вы можете ходить, исходя из сферы ваших интересов. И что самое приятное, наверное, в этой части, это нетворкинг. Ты можешь подойти к абсолютно любому человеку, познакомиться, задать вопрос, если тебе что-то непонятно, а тебе постараются помочь, ответить, просветить, потому что понимают, что ты новичок в сообществе ICANN, что ты приехал первый раз. Вообще можно участвовать в этой программе, 3 раза можно подаваться за все время. Вам вешают ленточку ICANN Fellow, и все понимают, что, собственно, вы Fellow, соответственно, вам все дороги открыты, вам все помогут, все расскажут, все покажут. Что еще я хотел рассказать? Естественно, у вас есть и обязанности, то есть это не просто какая-то классная поездка, вы съездили и все. Вам нужно, во-первых, принимать участие в ряде секций, и расписание для стипендиатов очень
такое загруженное. То есть вот мы были заняты там каждый день форум, конференция с утра до вечера. То есть буквально вот там в 9 утра начинались секции, 18:30 заканчивались, и все шло нон-стоп без перерыва, разные секции. Но это сделано для вашего же блага, потому что вы, как подразумевается, новичок, вы приехали на конференцию, она очень большая, то есть очень много секций проводится параллельно на разные темы, и расписание составляется так, чтобы каждый стипендиат мог сходить на секции по разным темам, по разным сферам интересов. И после этой поездки вы пишете отчет о каждой секции, которую вы посетили, что вы рассказываете, что вы там услышали, чем это было полезно для вас, как вы собираетесь это использовать в своей дальнейшей работе. Отчет сдается потом в ICAN и публикуется, то есть на сайте ICAN можно найти отчеты выпускников прошлых программ, прошлых лет, прошлых конференций, все это в открытом доступе есть. Вот. И, соответственно, для того, чтобы вам принять участие в следующий раз в этой программе, вам нужно быть уже более вовлеченным в работу сообщества. То есть если вы остались, грубо говоря, на том же уровне, на котором вы были, когда участвовали в первый раз, скорее всего, вас второй раз не выберут. Поэтому вам нужно быть более вовлеченным, то есть участвовать уже в каких-то рабочих группах или в других разных активностях сообщества ICAN. Но на конференции было очень много участников программы, которые принимали участие уже до этого, то есть они были второй раз стипендиатами, даже третий раз, и все это напоминает такую большую семью. Вот на фотографии общей здесь не только стипендиаты этого года, но и стипендиаты прошлых лет, которые тоже приехали на конференцию, и вот мы все там вместе общались, фотографировались. То есть это действительно атмосфера очень открытая, очень дружелюбная, очень теплая. Наверное, все, чтобы время не занимать. Отлично. У меня только один вопрос. Ты уже отошел от перелета и разницы во времени? Ну, сейчас я уже отошел, да, конечно, но до этого там был очень длинный перелет, порядка 19 часов с двумя пересадками в одну сторону, и это было, конечно, тяжело, потому что еще разница во времени 8 часов. Но в первую неделю было тяжело, сейчас уже, конечно, все хорошо. Отлично, спасибо большое. Мы хотели бы попробовать вернуться в онлайн, узнать, можем ли мы подключить нашего спикера. Поехали. Марка, здравствуйте еще раз, добрый день. Надеюсь, вы нас слышите, видите, во всяком случае мы вас уже видим. Давайте начнем. Yes, I can. Да, я вас слышу и вижу вас тоже. Здравствуйте все, простите, пожалуйста, за эти технические сложности с подключением, которые у нас случились чуть раньше. Меня зовут Марко, я подготовил презентацию, я надеюсь, что вы ее слышите. Я представитель Македонии, я живу и работаю в Скопье. Я являюсь системным инженером по образованию, по работе. И несколько лет назад я увлекся вопросами управления интернетом и включился в работу Севик. Это школа, которая организует юго-восточный, вернее так, форум по управлению интернетом в юго-восточной Европе. Мне очень понравилось, это очень сильно меня замотивировало, и я решил, что я буду участвовать в работе рабочих групп из 2018 года, и по сегодняшний день я остаюсь активным участником этого движения. С этого года я являюсь координатором IGF македонского подразделения IGF, и мы готовим в конце мая мероприятие, которое пройдет в Скопье. Этот форум пройдет в Скопье. Я участвовал в разных программах. Как уже говорилось, я принимал участие в саммите МСФ в Кигали. Что касается ICAN, я участвовал в этой конференции только онлайн, к сожалению, но я участвовал в 2018 году в очной встрече, и я убежден, что, конечно, очное участие сильно отличается от онлайн-участия, оно намного больше
мотивирует и дает больше вдохновения. Я являюсь ментором, наставником общества интернет в этой программе, и мы познакомились таким образом с Ириви, кстати говоря, по этим каналам. А в этом году я вхожу в качестве представителя Восточной Европы в коалицию молодежи. На следующий слайд можно переключить, когда мы узнаем чуть подробнее о коалиции. Значит, когда у нас были сложности с подключением, я частично слышал обсуждение, но не до конца. И я так понял, что вы спрашивали, как организовано Тайджив. Я в 2018 году подключился к движению, молодежному движению в рамках IGF. И не тогда, ну, надо сказать, и сегодня тоже не так много компаний. На самом деле частный сектор лучше разбирается в этих вопросах, но всевозможные учреждения и общественность, конечно, не очень много знают про вопросы управления интернетом. Каждый год мы стремимся увеличить информированность общественности, бизнеса, других заинтересованных лиц в вопросах управления интернетом, поэтому мы организуем конференции для того, чтобы повысить информированность по этим темам в Македонии. И с прошлого года мы запустили молодежный трек. Ну, то есть это не столько трек, сколько отдельная сессия для молодежи. Потому что конференция у нас, конечно, важная, но не такая большая, не такая многочисленная. Поэтому мы рассказываем молодежи о всевозможных мероприятиях, которые проходят в нашем регионе, и о том, как молодые люди могут поучаствовать и внести свой вклад в развитие управления в интернете. Что касается организации Youth Coalition on Internet Governance, коалиции молодежи за управление интернетом, это такая организация, открытая для участия всех желающих. Если вас интересуют вопросы управления интернетом, вы можете подключиться к списку рассылки и будете получать информацию по тематике управления интернетом. И еще у нас есть управляющий комитет. Вот я вошел в него в этом году. Там представители 5 регионов со всего мира, представители разных регионов в течение года организуют работу этой коалиции. Мы сейчас собираем предложения, заявки на участие в молодежном IGF в 2023 году в Японии. Если кому-то интересно, если у кого-то есть идеи по поводу того, какие темы могли бы обсудить, пожалуйста, присылайте свои предложения. Я потом оставлю ссылки соответствующие, по которым можно направлять заявки. И наша коалиция нацелена на то, чтобы молодежь больше участвовала в процессах разработки политики и принятия решений, чтобы не только голос был слышен этой группы пользователей, этой группы участников, но и чтобы они молодежь, принимали активное участие в выработке разных мер. Спасибо большое за внимание. Готов ответить на вопросы. Я рада, что удалось подключиться. Я знаю, что у нас среди спикеров есть комментарий, вопрос. Ариви, тебе слово. Да, Андрей, пожалуйста. Прошу прощения. Марк уже сказал, было указано на слайде, он тоже стипендиат программы Fellowship. И как нам говорили на конференции, один раз fellow, всегда fellow. Очень приятно видеть людей, с которыми мы вот так можем взаимодействовать, зная друг друга. И вот Ривик тоже хочу добавить про это. Пользуюсь возможностью, передаю теплый привет Марко. Как верно отметил Артемий, интернет-комьюнити очень тесно общается между собой, в том числе не только в рамках России, но и в рамках всего мирового сообщества. И Марко был моим наставником во время EGF Ambassador Program. Я стала молодежным посланником от Российской Федерации форума ООН по управлению интернетом в прошлом году. Это совместная программа EGF и ISAC. И там очень интересно также выстроена программа образовательная. Помимо базового курса по введению в управление интернетом, дается также более детальная информация по более узким вопросам. И помимо постоянных еженедельных лекций, также велась моя любимая часть – это еженедельные созвоны с Марко. Основная функция наставника заключалась в том, что он следил за прогрессом, помогал развиваться и также направлял молодого специалиста в том, куда ему двигаться, в каких мероприятиях участвовать и так далее. Ну и, как видите, мы продолжаем поддерживать связь, общаться уже на международных мероприятиях.
Отлично. Это замечательно, когда есть классная профессиональная комьюнити, где не только профессионально растешь, но и имеешь возможность общаться с коллегами. Мы поедем дальше. И следующее направление, которое мы хотели бы рассмотреть, это... Мы вообще вернемся в Россию для начала и поговорим о Международном союзе электросвязи. И с нами Андрей Клоков. Андрей – студент магистратуры базовой кафедры Ассоциации документальной электросвязи. И у Андрея была стажировка в Женеве. Андрей, расскажи, как это проходило. Я могу передать кликер, и мы готовы начать. Спасибо. Добрый день, коллеги. Хотел бы, да, сначала представиться. Меня зовут Андрей Клоков. Я являюсь студентом второго курса обучения по магистерской программе информационной культуры и цифровой трансформации на базе кафедры АД в МТУСИ. И хотел бы я, конечно, поделиться своими впечатлениями и опытом, полученным в стажировке в секторе стандартизации Международного союза электросвязи, которая происходила с 21 февраля по 3 марта в Женеве. Исследовательские комиссии сектора стандартизации объединяют экспертов со всего мира для разработки международных стандартов, известные как рекомендации и служащие определяющими элементами в глобальной инфраструктуре ИКТ. В рамках магистерской программы информационной культуры цифровой трансформации были выделены два студента магистратуры для прохождения стажировки в секторе стандартизации МСЭ. С 21 февраля по 24 февраля я со своим коллегой получили возможность принять участие в делегации администрации связи Российской Федерации в секторе стандартизации МСЭ. Так. Предыдущее. Следующего слайда нет. Ну хорошо. Нет, есть. Первое пленарное заседание 17-й исследовательской комиссии состоялось 21 февраля. Участников поприветствовал председатель исследовательской комиссии 17-й. Он также определил основные цели, задачи исследовательской комиссии, представил вице-председателей, руководителей и заместителей руководителей рабочих групп и руководителей исследовательских вопросов. Также заседание было согласовано план исследовательской комиссии. И после завершения первого пленарного заседания вся работа перешла в рабочие группы. Соответственно, я занимался, мне понравилось заниматься рабочей группой номер 4. И вот вопрос номер 7 – безопасность сервисов и приложений. Извиняюсь, нервы просто так. Не переживайте, все хорошо, мы молодые, движовые, и у нас не страшно. Да. В рамках участия в составе делегации были получены необходимые знания и опыт в стандартизации электросвязи, получен опыт в формировании, продвижении и дальнейшей редакции вкладов. У нас общая фотосессия с делегацией администрации связи. И в процессе обучения я получал знания по международному сотрудничеству, по обеспечению доверия и безопасности при использовании ИКТ и развитии ИКТ-инфраструктуры. Но по приезду в МСЭ я получил сильное впечатление от проделанной работы. На этом все. Спасибо. Спасибо большое. И мы поговорим
далее с вами о тех структурах, которые действуют в России постоянно и организованно для молодежи. Команда молодежного цифрового омбудсмена была выбрана, избрана в рамках первого молодежного форума по управлению интернетом в апреле 2021 года. Команда МЦО работает уже 2 года, и с нами Дмитрий Гуляев, цифровой молодежный омбудсмен. Дмитрий, расскажи о своей команде, кто в нее входит, и какие у вас были планы, и чего вы достигли, и о чем вы планируете дальше? Да, добрый вечер, уважаемые участники нашей дискуссии, нашей площадки. Команда молодежного цифрового омбудсмена действительно выбрана в рамках первого молодежного форума по управлению интернетом в 2021 году. Буквально вчера было ровно 2 года с того момента, как мы осуществляем деятельность в России. Такая знаменательная дата. Сегодня мы с вами на этой площадке. В команду входят в первую очередь это студенты, обучающиеся университетов, да, ребята, которые заинтересованы, которым интересно создавать комфортное и безопасное цифровое пространство в России и в мире в целом. Наша, по большому счету, такая целевая модель, да, к чему мы идем, она состоит из 3 элементов. Первый элемент, он связан, безусловно, как любой омбудсмен, это предполагается защита прав в цифровом пространстве, защита прав детей, молодежи в цифровом пространстве. Второй трек – это, по большому счету, повышение уровня цифровой и правовой грамотности, поскольку сегодня право с цифрой, оно, на мой взгляд, связано самым, ну, как бы вообще, в принципе, невероятным образом. И, безусловно, правовое осмысление каких-то явлений в области цифры сегодня крайне актуально. И третий трек, он связан с поддержкой молодежных инициатив, поддержкой IT-стартапов, в IT-проектах каких-то и в целом деятельности молодых людей в IT-пространстве. И, наверное, сейчас на слайде мы вывели 4 наших таких ключевых проекта, которые были запущены за эти 2 года. Да, это очень большие проекты, масштабные проекты. Обязательно не могу не отметить платформу «Цифропомощь». Она как раз-таки функционирует на сайте молодежного цифрового омбудсмена, на базе Московского государственного юридического университета имени Кутафина создана юридическая клиника, где работают юристы-эксперты, которые готовят как раз-таки правовые заключения на обращение, да, детей и молодежи, нарушение их прав в цифровом пространстве. И она как раз направлена на реализацию той самой первой функции, да, той самой первой цели – это защита прав. То, что касается деятельности, связанной с просвещением, и деятельности, связанной с повышением уровня цифровой и правовой грамотности, можно сказать, важная целевая задача – это и воспитание нравственных, смысловых ориентиров в цифровой среде, в первую очередь это у детей, конечно. То это 2 проекта. В этом году уже будет 2-я международная школа интернет-безопасности молодежи. В прошлом году мы провели такой пилотный проект, отобрали 100 лучших ребят, и в течение 3 дней мы с ними очень плотно работали, у них тоже был очень плотный график. Эта инициатива была поддержана на уровне правительства Российской Федерации, управления президента по ИКТ, и также, безусловно, нашим отечественным IT-бизнесом, это и лаборатория Касперского, и компания ВК, и в целом Альянс по защите детей в цифровой среде выступил генеральным партнером. То есть это очень такая масштабная площадка, на которой мы обучаем ребят противодействовать угрозам, рискам цифрового пространства, в том числе с точки зрения права, а также со стороны технических, да, механизмов. И они учатся как, собственно, получают как знания, да, но как новые, так и тут же закрепляют их на практике в рамках работы проектных модулей. В этом году школа будет более глобальной, мы думаем над площадкой и всех, безусловно, приглашаем. Сейчас мы как раз формируем организационный комитет. И когда речь идет о том, что до ребят нужно доносить знания, нужно его грамотно упаковывать, необходимо отметить, что наша секция не зря называется, да, «Голос молодежи», нужно этот голос слышать и давать возможность ребятам знания не только получать и каким-то образом адаптировать, но это знание нужно учиться и вырабатывать, поскольку сегодня идеи молодых людей вместе с опытом, со знаниями экспертного сообщества – это та самая коллаборация, тот самый симбиоз, который сегодня может как раз обеспечить продвижение нашего IT-сектора, отечественной повестки. И как раз для этого мы планируем в этом году провести первый конгресс молодых исследователей цифрового пространства. Он пройдет уже в конце
года, в отличие от школы. Надеемся, что у нас эта инициатива тоже получится. То, что касается третьего направления, это поддержка, да, молодежных IT-инициатив, IT-стартапов, IT-проектов и в целом деятельности в области IT. Совместно с Центром компетенций по глобальной IT-кооперации в рамках молодежного форума по управлению интернетом, третьего форума, мы запустили награду, учредили награду «Цифровизация во благо», и мы приглашаем всех вас принять участие, подать заявки, собственно, на эту награду по QR-коду вы можете ознакомиться с большими подробностями. Она, целевая аудитория этой награды – это молодые люди от 18 до 35, и вы можете номинировать на эту награду как результаты своей уже осуществленной или осуществляемой деятельности в области IT, также свои проекты в области IT, это могут быть в том числе просветительские проекты какие-то, технические проекты и так далее. Это могут быть приложения, ПО и так далее. Все вот в ваших руках в данном случае. У нас будет функционировать экспертная комиссия, состав ее мы скоро уже объявим. И надо отметить, что победитель будет удостоен денежной премии, а призеры получат уникальные призы, ценные призы. Поэтому призываю участвовать в этих проектах, в этих инициативах. Мы открыты к сотрудничеству и будем рады взаимодействию. Спасибо. Дмитрий, спасибо. Пойдем дальше. У нас есть еще одна программа, которая действует постоянно. Это молодежный совет координационного центра доменов РУ.РФ. И вы сейчас не поверите, кого я попрошу рассказать о нем. Это председатель молодежного совета Андрей. Тебе слово. Расскажи, чем мы занимаемся в молодежном совете. Да, я постараюсь совсем быстро сказать, потому что мне кажется, что и так слишком много времени отнимаю на эту секцию. Итак, да, я председатель молодежного совета координационного центра доменов РУ.РФ, как Анна и сказала. Молодежный совет у нас действует уже довольно давно. Инициатива была перезапущена с 2018 года, и молодежный совет встроен в структуру управления координационного центра, и мы занимаемся популяризацией сферы управления интернетом среди молодежи. Для этого мы, конечно, с членами молодежного совета участвуем в разных мероприятиях, профильных конференциях, форумах, делаем лекции, летние школы, дискуссионный клуб, про который я дальше немного скажу. Ведем свой телеграм-канал, в котором всегда публикуем все самые свежие анонсы разных мероприятий. То есть, когда будет, я не знаю, объявлена регистрация на летнюю школу, мы там напишем. Когда будет объявлен старт приема заявок на следующий fellowship, мы тоже там напишем. Там выходят посты не только с анонсами, но и просто какие-то познавательные. Подписывайтесь, переходите по QR-коду. Цели молодежного совета глобально две. Первое – дать участникам молодежного совета пространство для реализации собственных каких-то идей и проектов. И вторая наша большая цель – дать участникам опыт в организации и проведении мероприятий, связанных с управлением интернетом. Как пример одного из наших проектов – дискуссионный клуб «Цифровая реальность». Там мы обсуждаем разные не самые очевидные темы, связанные с управлением интернетом, которые находятся на стыке технологии, политики, общества. И обычно мы приглашаем разных экспертов на эфиры нашего клуба, которые погружают слушателей в рассматриваемую тему. Спикеров зовем действительно классных, нам самим нравится. Например, многие спикеры этого форума тоже были у нас спикерами дискуссионного клуба. В последнем эфире принимал участие Владимир Тодоров, главный редактор Ленты.ру, который сегодня на предыдущих секциях выступал здесь. Все это проводится онлайн, в Zoom. Мы собираемся вечером, обычно традиционно по четвергам. Обычно это все происходит после работы, в 7 часов, чтобы все могли собраться, подключиться, налить чай или кому что нравится, и погрузиться в цифровую реальность. У меня все. И от себя, как от спикера одного из
выпусков клуба, скажу, что действительно спикеры очень интересные. Поверьте, приходите, будет классно. Ну, а тех, кого приглашают в качестве спикеров, призываю присоединяться, делать классные, интересные проекты. Мне кажется, это всегда здорово для всех нас. И мы начинаем подходить к завершающей части нашей секции. И я прошу подняться на сцену Михаила Вавилина. Он участник спецкурса, о котором мы чуть-чуть попозже расскажем. И для начала Михаил представит свой проект, который связан, прошу, связан с обучением, какой-то развитием и так далее. Так что, Михаил, вам слово. Сначала про энциклопедию, а дальше... Добрый день, уважаемые коллеги. Рад всех видеть. И хотел бы, конечно, поблагодарить всех за возможность презентовать и свой проект, и выступить с молодежным посланием в рамках данного форума. Я от лица участников специального курса, который проходил в рамках данного форума по управлению интернетом, хотел бы выразить благодарность всем организаторам, отдельно Андрею Олейникову и, конечно же, Андрею Георгиевичу Романову, который сопровождал наш курс своими ценными комментариями, был с нами все это продолжительное время. И я благодарен за те знания, которые мы получили в рамках этого курса. Это действительно ценно, это действительно качественные знания. И, конечно же, если бы они были, вернее, они настолько качественные, что имеется такое предложение, что их необходимо масштабировать, и другие участники, может быть, которые не смогли пройти отбор для участия в специальном курсе, хотелось бы, чтобы им тоже было это доступно, поскольку это очень сделано качественно и эффективно. Буквально немного о том проекте, который мы разрабатываем и запустили сейчас в Татарстане. Мы планируем его масштабировать. Это российская энциклопедия цифрового мира. То есть это сайт, который будет создаваться совместными усилиями, в том числе представителей сферы образования, вузов, специалистами не только в гуманитарной сфере, но и в сфере цифрового мира, цифрового пространства. И, конечно же, смысл данного проекта и его цель – это накопление большой базы знаний, большой понятийной базы. Каждый участник проекта сможет добавлять на данный сайт свои определения, в том числе из области цифрового мира, и тем самым мы совместными усилиями сможем создать энциклопедию именно цифрового мира, да, где, которые могут пользоваться, в том числе при написании научных работ, школьники, студенты. И мы считаем, что данная энциклопедия может иметь большое влияние в сфере просвещения. Поэтому, коллеги, присоединяйтесь, кому интересно. Пока она работает в тестовом режиме, мы сейчас улучшаем интерфейс. И сейчас идут в том числе переговоры с различными партнерами, которые могут этот проект уже поддержать. Вот буквально в двух словах о проекте. Михаил, спасибо. И я думаю, мы можем приступить к такой завершающей части нашей. Это представление результатов спецкурса. Михаил, может быть, вы расскажете вообще, на что был направлен спецкурс и, соответственно, заключение по молодежному посланию. Да, конечно, с удовольствием это сделаю. И вспомню известное изречение Платона, который говорил, что истинно древняя пословица, что равенство создает дружбу. И поэтому, если вы позволите, я послание также произнесу не стоя, а именно вот в таком формате. Я думаю, что это будет правильно и создаст равенство, в том числе на сцене. Поэтому я бы хотел отметить, что действительно курс прошел в очень позитивной обстановке. Были привлечены самые известные эксперты в сфере
цифровизации. И, как я уже сказал, что курс был очень полезным. На мой взгляд, на сегодняшний день существует проблема, они уже неоднократно, в том числе и в рамках сегодняшнего форума говорилось, это некий отрыв между специалистами, которые работают в сфере гуманитарных наук и в IT-сфере. И чтобы этот пробел устранить, я считаю, что необходимо его скорейшим образом устранить. Несмотря на то, что на сегодняшний день есть очень много курсов, которые позволяют получить знания в сфере IT, тем не менее, я бы хотел остановиться вот на таком понятии, как искусственный интеллект. Сейчас многие говорят, что вот искусственный интеллект, по-разному к нему относятся. Кто-то говорит, что это позитивно, кто-то говорит, что он захватит мир. Но на самом деле я вот предложил бы, может быть, для следующих форумов, в том числе молодежных непосредственно, такую мысль о том, что вообще весь интеллект, и даже человеческий, тоже является искусственным, поскольку он приобретенный, то есть это совокупность познавательных процессов, которые приобретаются в ходе обучения, в ходе взросления человека. Поэтому здесь вот, наверное, такая возможность для устранения вот этого разрыва между гуманитарной сферой и сферой IT. И если вы позволите, я перейду уже непосредственно к посланию. Я еще раз благодарю всех организаторов спецкурса и форума, российского форума по управлению интернетом за возможность произнести это послание. И вот те наработки, которые есть, они как раз нами были изложены. Всего будет 5 пунктов, вернее 6 пунктов послания, на которые мы сделаем определенный акцент и обозначим те направления, которые участники спецкурса посчитали наиболее актуальными на сегодняшний день. И первый аспект – это фрагментация интернета. Да, да, спасибо. Спасибо большое за помощь. А можно я добавлю, прошу прощения? Давайте будем все называть это не молодежным посланием, потому что молодежное послание будет представлено в рамках молодежного форума по управлению интернетом 12 мая, Покровка 47. А здесь у нас итоги спецкурса для молодежи в рамках РИКФ. Это такая ремарка. Да, замечательная ремарка, на самом деле. Итак, мы перейдем к первому пункту, это фрагментация интернета. Участники спецкурса сделали акцент на том, что существует несколько типов фрагментации интернета. Из них это технологическая, контентная, политическая. Частный случай – это ограниченное количество адресов IPv4 и сложности с переходом на IPv6 в фрагментации на уровне инфраструктуры. Также участники спецкурса отметили, что уже сейчас заметен рост стоимости адресов IPv4, их использование в серых схемах, а также ограниченная совместимость систем, работающих с разными версиями IP-адресации. В будущем ситуация с подключением к интернету может стать хуже. Обеспечить единый одновременный переход с IPv4 на IPv6 крайне сложно, требует больших временных и денежных затрат. Возможным решением может стать техническое и экономическое сотрудничество между техническим сообществом, частным и государственными секторами. Для создания благоприятных экономических условий перехода на своевременную и более безопасную версию IP-адресации и для качественных разработок технических решений в области интегрирования систем, работающих на IPv4 и IPv6. Следующим пунктом, на котором сделали акцент участники спецкурса, стал пункт о глобальном интернете и цифровом суверенитете. Согласно выводам, которые были сделаны, глобальный характер интернета бросает вызов традиционным представлениям о национальном суверенитете, поскольку цифровые технологии становятся все более распространенными и мощными. Правительства пытаются найти баланс между преимуществами так называемого подключенного мира и необходимостью защиты прав и интересов своих граждан. Медленный процесс внедрения в России критической инфраструктуры, в частности, оборудования для обработки, хранения и передачи данных и программного обеспечения, защищенных от несанкционированного сбора и передачи за пределы страны персональных данных, становится еще одной проблемой. В качестве решения этой проблемы
участника спецкурса представляется необходимым стимулировать рост числа собственных разработок в сфере технологий для того, чтобы обрести настоящий суверенитет в сфере IT-безопасности, постепенный отказ от зарубежного программного обеспечения в пользу отечественного, наращивание IT-потенциала государства через обучение специалистов, привлечение инвестиций в сферу кибербезопасности и другое. Третьим пунктом, на котором сделали акцент участники спецкурса, стал пункт о кадрах для цифровой экономики. Система образования медленно адаптируется на сегодняшний день к темпам развития новых технологий, сделали вывод участники спецкурса, и не всегда успевает за ними. Зачастую наблюдается отсутствие баланса между пониманием работы цифровых технологий и soft skills. Выходит так, что компании, имея возможность разработать продукт, теряют рынок из-за недостаточного развития гибких навыков, в частности, умение представить и реализовать свой продукт. Соответствующая статистика была презентована нам в рамках выступлений спикеров, которые проводили занятия в рамках специального курса. Еще одной стороной указанной проблемы является отсутствие релевантного опыта работы молодых IT-специалистов в комплексном решении практических задач. Причем наибольший потенциал имеет переквалификация кадров из гуманитарных направлений в фундаментальные науки. Отсюда вытекает нехватка, пусть имеющая узкую направленность, образовательных программ, совмещающих оба направления, например, юриспруденцию и прикладную математику или программирование. Мы считаем, что в решении указанных проблем могут помочь внедрение государственных программ образования в средней и высшей школе по узким IT-направлениям, по развитию гибких навыков, soft skills, а также междисциплинарных программ образования. Льготные программы для компаний, которые ведут переобучение или курсы повышения квалификации на корпоративном уровне, создание современных кластеров, коворкингов, воркшопов, в рамках которой начинающие предприниматели могли бы встречаться с перспективными IT-специалистами, в том числе с зарубежными, и создавать новые IT-продукты. И возможность предоставления стартапов к защите в качестве ВКР, выпускных квалификационных работ, для некоторых образовательных программ. Следующим аспектом, на котором остановились участники спецкурса, стал аспект новых технологий в медицине как инструмент развития здравоохранения. Несомненно, этот пункт очень важен, поскольку накопление знаний о тех или иных болезнях, оно позволит находить варианты решения их, да, проводить соответствующий анализ. Наблюдается нехватка персональных данных реальных людей для использования информационных технологий современной медицины. Сбор персональных данных в этой сфере осложнен отсутствием правовых рамок для механизма их анонимизации. Сохраняется недостаточность информирования людей о том, что они добровольно могут стать донорами медицинских данных. Другой стороной медали внедрения новых технологий в сферу здравоохранения становится резко возрастающая вероятность DDoS-атак на больницы и кибертерроризм, например, вмешательство хакеров во время проведения операций и других процедур. Участникам спецкурса видится следующее решение указанных проблем – это разработка правовых основ регулирования анонимизации медицинских персональных данных, проведение информационной кампании, рассказывающей о том, что люди могут давать согласие на обработку их данных, становясь донорами информации по аналогии с донорами крови, и создание государственного центра кибербезопасности в области здравоохранения, в которой при необходимости смогут обращаться медицинские учреждения. Следующий пункт – это, конечно же, очень важный пункт – это безопасность информации в интернете. Развитие цифровых технологий помимо новых возможностей влечет за собой и множество рисков. Мошеннические схемы с использованием новых технологий – фишинг, дипфейки, кибератаки, утечка персональных данных. Для комплексного решения возникающих проблем нужно уделять больше внимание повышению цифровой грамотности пользователей и привитию навыков цифровой гигиены. Но вкупе с этим государство должно стимулировать и поддерживать технологические исследования в сфере будущего интернета, а также разработку безопасных технологических решений. Если на этом пункте еще немного остановиться, то следует отметить такую тенденцию, что на сегодняшний день ряд граждан, граждане, в отношении которых совершаются преступления, в том числе в цифровой сфере, они, конечно же, заявляют о том, что почему вот эти
владельцы мобильных сервисов, через которые были совершены эти преступления, правонарушения, не предупреждают их. И вот такой запрос от потерпевших по таким уголовным делам на сегодняшний день тоже имеется, поскольку они считают, что здесь не только те лица, которые совершили преступление, виноваты, но и виноваты вот эти вот мобильные приложения, другие какие-то цифровые приложения, с помощью которых данные преступления были совершены. То есть на это тоже необходимо отдельное внимание обратить. Следующим пунктом, он является у нас завершающим, является взаимодействие детей и молодежи в виртуальной среде и формирование информационной и медиакультуры участников образовательного процесса. На сегодняшний день существует риск потенциального негативного влияния онлайн-платформ и медиа на психологическое здоровье и благополучие детей и молодежи. Одним из вариантов решения этой проблемы является продвижение навыков цифровой грамотности и медиаграмотности среди детей и молодежи. Это может включать в себя обучение критической оценки молодежи, это может включать в себя обучение критической оценки информации, выявление фейковых новостей и дезинформации, а также распознаванию онлайн-угроз, таких как кибербуллинг и преследования в сети. Это можно сделать с помощью образовательных программ, семинаров и тренингов, как для учащихся, так и для родителей. А также сюда могут быть привлечены и педагоги. Школы и учебные заведения также могут сотрудничать с родителями и общественными организациями для продвижения позитивного цифрового опыта для молодых людей. При этом важно отметить, что недостаточно только создавать качественный и позитивный контент, важно, чтобы он доходил до конечного пользователя. Конечно же, на сегодняшний день отдельный запрос имеется на патриотический контент. В связи с этим при создании контента нужно учитывать и тех, кто устанавливает правила его потребления, родителей, найти способы, чтобы подтолкнуть их, донести позитивный контент до ребенка, удержать его внимание, стимулировать интерес. Вот это коллективные выводы, которые были сделаны в рамках данного спецкурса участниками. Я еще раз благодарю организаторов за возможность представить их в рамках данного форума. Михаил, большое спасибо. И в заключение нашей секции я хотела бы передать слово со-модератору этой секции Лоне, которая находится онлайн, если это возможно. А я думаю, это возможно. Илона, тебе слово. Надеюсь, меня слышно, все хорошо? Да. Покивайте. Отлично. Добрались до завершения секции, практически добрались до завершения форума. Буквально три слова про спецкурс. Эту идею мы вынашивали достаточно долго, у нас был первый пробный шар, и вот уже три года эта инициатива живет именно как спецкурс, и, надеюсь, будет продолжать жить дальше. Идея была действительно такова, чтобы ребят, молодых студентов, аспирантов, те, кто еще, скажем так, не приобрел какого-то профессионального большого опыта, погрузить в темы, которые обсуждаются на РИКФе каждый год. То есть у нас тема спецкурса всегда совпадает с темой тех вопросов, которые обсуждаются именно на секциях форума. Как правило, мы стараемся приглашать либо модераторов секции в качестве лекторов, либо самих спикеров секции в качестве лекторов, и раскладываем по полочкам, да, собственно, почему та или иная тема сейчас обсуждается на нашем форуме российском. И то, что Михаил сейчас рассказал как итоги спецкурса, это такое ментальное и практическое упражнение для ребят именно потренироваться в том, чтобы правильно найти проблему, сформулировать ее именно так, как молодежь ее видит, и предложить какие-то пути решения этой проблемы. Собственно, именно это Михаил сейчас и представил по всем шести темам, которые вот мы сегодня с вами услышали в течение двух дней на протяжении всего РИКФа. Вот. Я надеюсь, что такие ментальные и практические упражнения, они не пройдут даром. И в дальнейшем, когда ребята начнут более активно вовлекаться вот в разные процессы, связанные с управлением интернетом, в том числе и в работе ICANN, и в работе там, того же RIPNCC или MSE, это все останется как такая тренировка, и уже будет примерно понятно, как устроена работа в этих организациях. Что, в общем и целом, люди там делают примерно то же самое. Да? Выявляют проблемы и предлагают решения. Вот. Я благодарю всех спикеров, кто сегодня был на сцене, кто делился своим опытом. К сожалению, из-за технических проблем с трансляцией и с Zoom я пропустила некую часть, но я в любом случае знаю, о чем ребята говорили, поскольку много лет мы как раз с ними вместе работали, развивали проекты, развивали инициативы, поэтому я думаю, там все было прекрасно. Единственное, что могу сказать в качестве итога, если вам интересна тема управления интернетом, если вам
интересны какие-то узкие вопросы, связанные, неважно, с контентом, с его созданием, с его регулированием, с платформами, с данными, с кибербезопасностью, с какими-то инженерными вещами, всегда есть место, где вы можете свой интерес удовлетворить и где вы можете принести какие-то свои идеи, мысли, и, скорее всего, их услышат и примут на вооружение. И для этого нужно что? Правильно, raising awareness, да, поднимать свое мастерство, свой профессиональный уровень, свой бэкграунд в этих вопросах, участвовать в каких-то форумах, мероприятиях, наращивать свой собственный персональный нетворкинг. И я вижу, что те, кто уже на сцене, да, у них уже есть некий такой человеческий капитал, и уже проще, да, кооперироваться и делать какие-то классные вещи молодежные в сфере управления интернетом. И не бояться действительно, что называется, speak up, да, высказывать свои идеи, мысли громко на всю большую аудиторию. Вот такой у меня будет совет для всех, кто только стоит на пороге, да, и вспоминает, как бы попасть в этот большой круговорот управления интернетом. Вот, не бойтесь, делайте, глаза боятся, руки делают. Вот. И на этой позитивной ноте, я думаю, будем закрывать секцию. И я знаю, что там есть еще кусочек закрытия официального. И таким образом передаю слово Андрею Воробьеву, бессменному ведущему РИКФА. Андрей, привет тебе большой. Я тебя не вижу, то думаю, ты меня видишь с нами. Спасибо большое. Илона, привет, очень рад был тебя видеть и слышать. Когда-то ты была соведущей РИКФ, надеюсь, когда-нибудь еще вместе. Давайте мы поблагодарим наших замечательных спикеров в секции «Голос молодежи». Все дело в том, что пока я сидел, общались с модераторами, с выступающими вчера и сегодня, и абсолютный восторг вызвала ваша секция. Большое спасибо, вы молодцы, вы представили действительно все направления работы нашей молодежи в международных организациях. И когда вот еще несколько лет назад мы только говорили, надо молодежь вовлекать, а сейчас уже результаты работы, представляют собственные проекты, участвуют в официальных делегациях. Ну, это ли не итог замечательной нашей работы, когда мы говорили, ребята, давайте подтягивайтесь. Вы подтянулись и молодцы. То есть отрасль, направление интернет-гавернанс в надежных руках.